Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Любитель Метра, и я это видео делаю по непростой причине. Почему? А потому что это мое 300-е видео на канале. Да, это видео на канале под номером 300, и давайте сейчас без шуточек про тракториста в комментариях. Спасибо всем, кто меня поддерживал все это время. Сейчас у меня есть несколько уже достигнутых целей на канале, а именно 1100 подписчиков, несколько друзей, с которыми я познакомился благодаря каналу. Давайте сделаем это видео одним из популярных на канале. И сегодня в честь 300-го видео на канале я расскажу несколько его тайн, которые вы, возможно, не знали. Номер один. У меня есть второй канал или нет? У меня нету второго канала, но есть старый канал, который я забросил еще полгода назад, но я не скажу его название. Номер два. Что я делаю, когда не снимаю видео некоторое время? На самом деле я отдыхаю от канала, гуляю, помогаю в семье и так далее. Номер три. Кто я? Я Жора, мне 41 год, я живу в селе Кирпич. Ладно, это была шутка. На самом деле меня зовут Иван, мне 10 лет, и живу я в городе Краснодар. Номер 4. Как канал изменил мою жизнь. Из-за канала я встретил много друзей, друзей из моего города и активных подписчиков. Еще мне нравится снимать видео, и я на самом деле снимаю не ради популярности, потому что мне просто нравится это дело. Расскажу даже тайну из моего детства. Когда мне было лет так 7-8, то я играл в какую-нибудь игру, разговаривая с самим собой, и представлял, что я ютубер, номер 5, а вот номер 5 я уже не придумал, так что идем дальше. А стоп, я придумал номер 5, что я люблю. Я люблю транспорт, ну это же очевидно. Ладно, больше мне нечего рассказать, ладно, надеюсь, вам понравилось видео, всем пока.